дорогие друзья, мы очень рады вас приветствовать сегодня. Вы знаете, что этот театр принимает 4 года подряд Щукин, который приезжает каждую весну в Женеву. Сегодня по инициативе моего друга и партнера Владимира Паршикова мы решили сделать совместную акцию. Я думаю, что это первая акция, она будет, как сказать, зарождением новой традиции, а эта традиция, в общем-то, называется, можно ее так условно назвать, русский культурный центр в Женеве. Вот русский театр у нас уже появился, по сути дела. Вот здесь, в этом зале, сидят уже студенты первого курса Щукинского института, второго курса. И через некоторое время мы сможем получать удовольствие от их искусства. Мы уже получаем удовольствие на зачетах, экзаменах. А вот сегодня мы решили с ассоциацией выпускников МГИМО в Швейцарии. Это очень уважаемая ассоциация. Вот. И для нас это большая честь, что мы вместе решили сделать первую акцию по инициативе Владимира Паршикова. Поэтому я надеюсь, что вам понравится то, что сегодня будет происходить на этой сцене. И я с удовольствием передаю слово Владимиру. Спасибо. Спасибо, Тамерлан. Действительно, это первое совместное мероприятие, которое проводит университет Ломоносова здесь и, с другой стороны, ассоциация выпускников МГИМО. Поскольку я уже имел счастье видеть эту группу живьем аж целых 2 раза, я уверен, что вам всем очень понравится. Считаю важным заметить, что у нас сегодня в зале не только русскоязычная аудитория, есть представители, как мы вовремя говорим, принимающие страны, есть представители дружественной Болгарии, есть у нас и американцы, и англичане, наши коллеги из ООН. Поэтому я думаю, всем нашим большим интернациональным коллективом мы поддержим сегодня музыкантов. И если не будем вводить хороводы, как было у них на концерте в Дюссельдорфе, то только потому, что там это проходило в маленьком клубе, позволяющим это сделать. Но если будет такой позыв, то, конечно, вперед будем вводить хороводы и любые другие способы проявления эмоций. Спасибо вам. Сейчас мы начнем. Спасибо. Русские и иногда украинские народные песни. Они достаточно старые, некоторым из них по 800 лет, некоторые даже дохристианские еще. Но мы как-то, мне кажется, стараемся современно их представить. В общем, вы сами услышите.
Галушка Борька, ой, матушка тошна, Галушка Борька. Bye.
еще одна колыбельная, русская народная. Thank you.
Thank you.
Thank you.
пробил час, я страдаю, сама знаю, за что, милый, позабыл. Thank you.
Да. Песня про горе, следующая, об одинокой доле крестьянской, видимо. Thank you.
Иногда кажется, что в зале никого нет. И так тихо сидите. Тогда еще одну колыбельную. Thank you.
Следующую песню мы называем условно «Московская», потому что поется там про то, как все понаехали. Да, вот это вот. Вот, кстати, я что забыла. Олег Моряхин, саксофон, труба. Не было
переходим к попсовой части нашей программы. Мою
украинская народная песня. Чумачи исполняет. Thank you.
конце нашей программы обычно звучит любовная лирика из Тверской и Смоленской областей. Голый лес, укосил.
Соло на гитаре Петрович. Соло на барабане Петрович. Спасибо. За пункт направления Владимир Дебатов. Жалко, что вы сидите все. Да. Так а что ж вы сидите? Мы уже изучили. Давайте попляшем что ли. Иван Марью звал на купальню. Пойдем, говорит он ей, Марья, со мной на купальню. Вот краткое содержание следующей композиции. Thank you.
Спасибо большое. Олег Валерьевна, Сергей Плачев, Александр Жукин, Владимир Владимирович. И я тебя хочу вам очень приятно. Спасибо большое.